Всем доброго дня и отличного творческого настроения. Сегодня мы с вами будем делать денежку для девочки Сонечки, которая в своем детском саду в спектакле будет играть муху-цокотуху. И вот ей нужно было сделать денежку. Воспитатели попросили, чтобы на этой денежке было написано 5 монет. Вот как сделать эту денежку, я с вами сегодня поделюсь. Может быть, кому-то это и пригодится. Для работы нам понадобится, кроме картона, гофрированная бумага, металлизированная, золотого цвета. Ну, можно серебристого, какой у вас будет. Я делала золотую монетку. Итак, из картона вырезаем 2 круга. Размер не принципиальный, но где-то сантиметров 30 приблизительно. Из картона вырезаем цифру 5 и буквы. Проще всего распечатать, но если нет принтера, то можно приложить лист бумаги к экрану и просто обвести, что я, например, и сделала. Чтобы сделать монетку поплотнее, можно использовать или картон более толстый. У меня был тонкий, поэтому я в серединке еще укрепила, у меня были остатки от подложки для линолеума. Ну, любым материалом вы можете просто сделать ее поплотнее. А можно просто взять более толстый картон. Это то, что у вас есть. Цифру и буквы мы наклеиваем на картон, прикладываем нашу гофрированную бумагу и осторожненько пальчиками мы вытягиваем в тех местах, где буквы и цифра. Аккуратненько. После того, как мы цифру, допустим, уже оформили, тогда мы аккуратненько снимаем это все, берем клей универсальный. Это титан, дракон, разный, любой универсальный клей. Он долго застывает, и поэтому с ним удобно работать. Чем удобен этот клей? Он хорошо склеивает и металлизированную бумагу, и картон. То, что нельзя сделать клеем ПВА, это сделать трудно. И долго застывает, в отличие, допустим, от клеевого пистолета. Тоже с ним очень неудобно в этом случае работать. Поэтому наносим именно вот такой универсальный клей или можно жидкое стекло, если у вас есть, ну, какой-то есть. И делаем наши буквы, цифру выпуклыми, аккуратненько, медленно. Можно использовать палочку, но не заостренную, а с тупую какую-то, кругленьким кончиком. Я вот взяла чайную ложку, можно ложечкой это делать. Аккуратно, чтобы не порвать нашу металлизированную бумагу, мы аккуратненько это делаем, или пальчиками. После того, как мы все сделали, приклеили, где у нас там не было клея, мы добавили клея, все склеили, обрезаем по контуру. Когда верхняя часть готова, мы прикладываем нашу полумонетку уже к донышку и с другой стороны и приклеиваем. А потом, когда приклеили, аккуратно обрезаем, оставляя немножечко слегка место для того, чтобы завернуть потом на боковые стороны. И уже по кругу формируем наш ободок при помощи палочки или ногтей, как вам удобно. Ободочек вокруг монетки. Ну вот и все. Монетка готова. Так легко, быстро и просто можно сделать вот такую денежку для спектакля или для каких-то других нужд. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк. До новых встреч, дорогие друзья! Всего вам самого наилучшего! Пока!